Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Сулла. Сулла Луций Корнелий, 138-78 год до нашей эры. Римский полководец, лидер аристократической консервативной партии оптиматов в гражданской войне против популяров, который возглавлял Марий. Ранние воинские успехи Суллы связаны с разгромом войск Митридата IV, взятием Афин и заключением выгодного Дарданского мира. После того, как Сулла нанес поражение Марию, он прогласил себя диктатором Рима на неопределенный срок. Сулла радикально изменил конституционную и юридическую системы, вновь передав суды в руки Сената. Ограничил полномочия народных трибунов. В 79-м, признав, что методы его правления не улучшили жизнь общества, сложил свои полномочия. Его почти царский стиль жизни, жестокость к политическим противникам и грекам помнили долго. Они увековечены в жизнеописаниях Плутарха. Из Википедии. Стал первым римлянином, который захватил вечный город Силы, причем дважды. Остался в памяти потомков как жестокий тиран, добровольно отказавшийся от неограниченной власти. Сулла был первым человеком в Риме, кто использовал данные ему сенатом легионы для развязывания гражданской войны и захвата власти, что сближает его с более поздними римскими императорами. Но хотя Сулла захватил власть с помощью армии, более того, с помощью активных военных действий, он удерживал ее без прямого вмешательства войск. Главным средством воздействия на граждан для него был страх. Проведенные Суллом мероприятия при всей своей жестокости способствовали стабилизации положения в государстве и восстановлению влияния Сената после потрясений союзнической войны. Ну вот так вкратце о Луций Корнелий Сулла, римском полководце, лидере аристократической консервативной партии оптиматов, гражданской войне против популяров, которых возглавлял Марий. Пока-пока, до свидания.